что проиграли, мы переживаем вместе с вами. Что сегодня не получилось на первый взгляд? Мы разували матч. И проиграли первый период. А можно сказать, что два быстрых гола Шведкина относительно быстро с вас просто психологически надломили? Я даже не думал так. Просто не получилось. Как бы. Не то, что не получилось. Ну вот вчера в вашем исполнении мы увидели много силовых приемов, вообще много была активная такая силовая борьба. Сегодня как-то этого не наблюдалось. Шведы более техничные, что ли? Да, они поменьше, их сложно попасть. И более попасть. Но все равно там, я не знаю, может быть, заметили, но пару раз сыграл, все равно маловато. Поинтереснее. Ну, это поражение практически перечеркивает все шансы нашей сборной выйти с первого места из этой группы. Это как-то на психологически скажется или нет? Или вам все-таки сразу какое место быть? Для нас в турнир чемпионат мира продолжается. Мы будем выходить каждую игру вместе. А сегодня вот сложилось, вы очень много бросали, но Марксон, вратарь шведов, все вытаскивал. Это, у вас броски не получались? Он действительно так сейчас здорово ходил, все-таки он стал лучшим игроком матча. Вратарь очень здорово сыграл у них. Ему очень было сложно забить. Он брал практически все. Просто не получилось забить. А сегодня у вашего звена такие не... Небольшие перестановки получились. У вас слева вместо Кулемина стал играть Тивинов. А как-то игра от этого звена извинилась или нет? Да я бы не сказал. Так что. Играли как. А думаете, с чехами будет проще играть, чем со шведами сегодня? Не знаю, посмотрим. Чехи очень хорошая команда, мы будем настраиваться очень серьезно. Ну, мы желаем вам только удачи. Большое спасибо, что согласились на интервью. Удачи.